Всем привет, компания OEMZAD. Перед нами автомобиль Hyundai Santa Fe 2011 года выпуска. Двигатель 2.2 дизель. Сейчас лето полным ходом, 19 год, июнь. Люди готовятся к отпускам, к путешествиям. Сейчас самое оно, шашлычки, отдых. В общем, очень много сейчас работы, связанные с ходовой, с ее диагностикой, с заменой тех или иных элементов. И этот выпуск мы посвятим сегодня с вами таким вещам, как ремонт ходовой на Hyundai Santa Fe. Смотрите, на этом автомобиле есть небольшая проблемка. Ходовку мы с вами посмотрели, как меняется. Ничего сложного. Здесь нету полного привода, не крутится кардан, что говорит о том, что в коробке спилены шлицы. Много-много видео у нас об этом есть. Сейчас не об этом, а о том, что у человека идет гул, и он определил сам. То есть машину вы вывешиваете, нет возможности раскрутить, нет возможности прокатиться, идет гул. Он сам решил поменять две ступицы задних, не будем с ним спорить. Хотя сами ступицы целые, ему отдаем на прозапас. 99% в таких случаях гудит подшипник карданного вала. Но для того, чтобы его проверить получше, надо бы, конечно, починить полный привод. Поэтому замкнутый круг. Сейчас машинку перемещаем на сход-развал. Делаем сход-развал и отпускаем клиента на шашлык. В общем, закончили мы с вами ремонт подвески автомобиля Hyundai Santa Fe. Результаты узнаем чуть позже, когда хозяин проедется, узнает, ушел ли гул, вообще ушли бы стуки. В общем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в личку, либо приезжайте вживую, пообщаемся. Всем пока!